Несмотря на холодную и дождливую погоду, жители Усть-Каменогорска также с утра активно идут голосовать. Самыми первыми проявить свою гражданскую позицию решили пожилые и молодежь. Среди тех, кто впервые воспользовался своим правом голоса, и 18-летняя студентка колледжа Усть-Каменогорска Балжан Оралбек. Девушка рада, что ей выпала возможность принять участие в важном историческом событии для всей страны. И она отмечает, что это волнительный, ответственный момент в ее жизни. Голос ведь ее будет учтен. Я впервые воспользуюсь своим правом голосования. Я рада, что мне выпала такая возможность, поэтому решила обязательно отдать свой голос. Мне хочется, чтобы наша страна была развитой и успешной.